Друзья, всем привет, с вами Роман. И сегодня, я думаю, порадую вас долгожданными находками по раннему средневековью, так скажем, период Киевской Руси. Вот, здесь поселуха была. И она уже подбита, конечно, вчера уже парни выезжали, но, по-моему, она была, да, это, допахана не до конца. Вот сейчас трактор вон ходит, пашет, добивает поле. Я как раз вот прошел, пока здесь, ну, не дошел до тех мест, где вытоптано или что. И вот только включился, сразу у меня сигнал. Что-то выпало, еще не смотрел. По-моему, это дробница, что ли, такая. С эмалями, смотрите. Сейчас я переключусь на телефон, там лучше видно. Такого я еще не видел. Так, взял в руки телефон, чтобы показать вам подробнее. Вот здесь ушко виднеется. Это не зацепчики, это было ушко. Видите, оно протертое. Здесь в виде сердечка, но оно, смотрите, в эмалях. И что-то там либо написано, либо что. Сейчас попробую аккуратно протереть. Может, лучше станет видно. Нет, там не написано, там какой-то узор. И просто разноцветные эмали. Ну, шикарно, шикарно. Я такого еще не встречал. Класс, идем дальше. Так, еще одна находочка. Ветрено сегодня, но хоть не так жарко. Это, наверное, ременная накладочка. Вижу зацепчики сзади. Но согнутая. Да, жаль, погнута. Ну, можно выровнять. При желании. Вот они, зацепчики. Но хоть что-то, как говорится. Хожу уже, наверное, с полчаса. Выкопал две пенициллиновых пробки и, наверное, штуки 4 алюминиевых проволочки. Все, больше даже сигналов не слышу. Но я еще как бы по самому краю хожу. Потихоньку буду смещаться к середине поселухи. Так, друзья, вот только вот, вот она ямочка, да, ну, где накладочку эту поднял. Только поднимаюсь, беру прибор, первый же взмах, сигнал, и смотрю, даже верховое видно. Смотрите, что-то в патине красивый. Крестик. Ух ты, красота. Шикарный крестик. Сейчас немножко обтеру, телефон включу и покажу. Вот такая красота. Ветер задувает, наверное, плохо слышно. Ушко целое. Вот. Патинка вообще класс. Шикарный такой крестик. Это вот так называемый домонгольчик. Киевская Русь, кто не в курсе. Вот. Ему почти 1000 лет, если верить утверждениям археологов и историков. Вот такая красота. Шикардос. Ну, не будем терять время, идем дальше. Поселуха большая. До темного хочется успеть все выходить. Друзья, для всех любителей приборного поиска у меня есть приятная новость. Магазин «Металлопошук» повышает процент скидки по промокоду моего канала, который вы сейчас видите на своем экране и сможете найти в описании под этим роликом. При покупке или совершении заказа назовите или впишите на сайте магазина промокод моего канала, и вы получите приятную скидку на выбранный вами товар. Купить металлоискатель в Беларуси по лучшей цене вы сможете только в «Металлопошуке». Ну а если же вдруг вы найдете предложение, где можно купить дешевле, то магазин сделает вам еще дешевле. На страницах магазина предоставлена только оригинальная продукция мировых производителей металлоискателей. За годы работы магазин получил очень много положительных отзывов о довольных покупателей. Да я и сам являюсь постоянным клиентом данного магазина. В магазине проходят акции, действует система 3TIN, по которой вы сможете поменять свой старый металлоискатель на новый. В общем, переходите по ссылке и покупайте только лучшее. Так, ветрище, там туча такая гремит. Не знаю, как я отсюда уеду, но у меня находка. Трактор приехал,
Тот уехал, что пахал, приехал теперь дисковать. Вот такая пуговичка-гирка. Ну, пуговички-гирки и в томаду здесь попадались. И маленькие, и большие. И чешуя проскакивала. Вот. Вот такая довольно крупненькая, без узоров, пуговичка-гирка. Так, прибор сходит с ума, чего-то здесь на землю ложишь и все, разрывается. Вот такой поломанный крестик красивый. Жаль. И ушко целое. Обидно. Ну ладно. Погнали дальше. Не знаю, что это. Что-то так пищало красиво. Но это не браслет. Это непонятно что. Эх, не могу сфокусировать. Не знаю, что. Вроде и патинка зеленая, и какая-то шляпа, короче. Так, трактор ходит на другой стороне поля. Дискует. И там уже комрад ходит. Ну, там советские дома в основном. А у меня вот какая-то жбонь выпала. Ух, а что это? А, я думал, это узор. Ну, это, наверное... Браслета часть. Ой. Землю как-то выбить. Да, скорее всего, какого-то браслета часть. Вот они. Какие-то отверстия здесь. Типа узоры были, наверное. Сломан. Обидно. Ну, помоем, посмотрим. Так, очередная печалька выскочила. Крестик сломанный. Да красивый какой. Это что-то типа штурвала, наверное. Жаль. Печалочка. Что-то... Царь написано или что здесь? Нет, так что... И ушко целое. Вот почему бывают целые кресты, ушко сломаны. Целое ушко сломан крест. Эх, шикарно. Так, был сигнальчик. Копнул носиком, ну, потому что почти поверхностный был, выкинул. Он, наверное, поверхностный был, просто вот такой накрыт как-то, не увидел я его, короче. Но судя по тому, что он сухой, он, наверное, был поверхностный. Я его просто не заметил. Ну, вот такой крестик. Тоже целенький, ушко целенькое, все целенькое. Вот такой. Так, такой яркий был сигнал и монетка. Империя. Что это? Что-то непонятное. Садник какой-то. А, Петровская копейка. Смотрите, копейка. Жаль, сохран. Он все сыпется. Здесь всадник, по-моему, да. Обидно. Одни из тех монет, которые приятно поднимать. Вот такая копеечка Петровская.
дата, кто не в курсе, здесь пишется буквами, по таблице потом вычисляется. Так, вот торчит, наверное, крестик еще один будет. Вот. А нет, не крестик. Что это? А, пуговичка, гирка. Я думал, так торчит, думал, крестик от край, луч, так скажем. Ну, хоть целое, то ладно. Ушко есть. Такая маленькая сегодня. Большая была, вот эта маленькая. Так, вот ямочка. Вот здесь я видел, перевернулась где-то якобы монетка. Вот она. Оп. Что за она? Что за она? Советская. Что, позднятина? Да ладно. А что так ярко, извиняла? 2 копейки. Наверное, 80 какой-то. Восемьдесят второй, наверное. По-моему, 1982. 2 копеечки. Обидно. А так звенело что-то ярко. Друзья, я сам в это не верю. В общем, хожу, но здесь поселуху знают все в районе. Все ее вечно выбивают, топчут. И, в общем, я даже вот в жизни не поверил, что можно здесь найти что-то такое крупное, такое яркое. В общем, сигнал. И смотрите, что выпало. Я даже не ожидал, вот честно сказать. Скорее всего, это пятак екатериновский. Или что это? Смотрите, шайба какая. Ну, походу, сохрана никакого. Да, пятак екатериновский. Ну, сохран... Не, что-то видно. Давайте протру и сейчас на телефон покажу. Но я просто в шоке. В шоке. Здесь вытоптано все. И как вот такое пропустить можно? Наверное, ждал именно меня. Вот, друзья, смотрите. Пятачок. 1760 какой-то. 65-й, что ли. Вот такой. Да, сохран убитый, да, но это факт. Поселуха выбита вдоль и поперек. Мною здесь уже, наверное, года 3-4 я ее, эту поселуху, выхаживаю, когда распашут. Плюс все мои знакомые ее знают, все вытаптывают. И вот этот пятак здесь просто почти вот на середине поселухи лежал. И никто ни разу не зацепил. Класс. Начинается. А у меня был маленький-маленький сигнал. Не знаю даже, почему такой маленький. Больше бы сказал бы на чешую похоже, а выскочил крестик. Целенький, все. Ушко. Ох, начинается дождь. Ну, этот такой вообще классный. Гладенький вещь. Эх, и дождик пошел. Буду мокнуть. Он даже фигурный какой-то такой. Шикардос, целенький, все как надо, без изъянов. Так, очередной крестик у меня выскочил. Вот сегодня фартит. И вроде тоже целый. Вот сегодня фартит на крестике. Дождик вот чуть-чуть покапал и перестал. Ушко целое. Крестик целый. Ох, даже с переплетением, с таким красивый. Шикардос. Вот бы какую привесочку красивую. Коника, рысика там. Не знаю, что-нибудь такое интересное. Крестики такие, тем более, так сказать, обычные у меня есть. Хочется привесок интересных, красивых. Но и это класс. Шикардос. Ставьте лайки, друзья. Поддерживайте канал. Пишите комментарии приятные. Я постараюсь вам почаще снимать такие вот красивые эпизоды.
Так, какая-то красотуля выпала. Землю выбить. А, это... Сейчас чуть-чуть почищу. И покажу. Вот такая штука. Раньше я думал, что это пряжечки маленькие какие-то. Но, как оказалось, это застежка книжная. Вот я недавно снимал ролик. Там мы с Колем копали. И Коля нашел такой меч. Кто не смотрел ролик, ну, я не знаю, когда он выйдет. Но явно перед этим видео выйдет. И там можете посмотреть, кто не смотрел. Там будет вот такая вот штучка. И еще меч. И будет, ну, я именно покажу, как она работала, как она застегивалась и тому подобное. Потому что сами чуть разобрались, что это такое. Ну, и теперь я знаю, что вот это вот книжная застежка. Может быть, здесь фото прикреплю, как выглядит вторая часть и как они вместе. Ну, суть вы поняли. Так, что-то вот в комочке есть. Звенит. Комочек небольшой. И вот, видите, что-то торчит. Эх, и обломок какой-то. Или мост с узором. Наверное, перстенек какой-то был. Сломался. Или браслет. Ну, какой-то узор красивый. Вот такое. Так, очередная находочка. Но уже думаю разворачиваться и идти к машине. Что-то уже подустал ходить. А еще только пол поселухи прошел. Вот такой крестик маленький. Но ушко сломано. Что здесь в середине, ничего нет. Рисунка нет. Ну, такой вот детский крестик, наверное. Нет ушка. Но все равно зачет. Вот думаю, оставить вторую половину поселухи на завтра. Или там на днях заехать. Или дохаживать. Уже темнеть скоро будет. Ну, находки вообще редкие. Идут. Уже как бы и не хочется ходить. Настроение упало. Ну вот, иду к машине уже. Ерунда осталась, 50 метров. Фух, одной рукой машу, как говорится. Второй, это, чермет несу. Ну, там попадался, где откидывал больше. Теперь собрал, несу хоть бензин отбить. Ну, вот такая вот, наверное, деньга выпала. И вот Буратинка даже. Вот орел виден. Все четенько. А с этой стороны печальненько. Вот, не стал снимать уже, когда копал. Просто показываю. Сейчас хабарницу ложу, закрываю. Металла еще здесь пробегусь, поищу и домой. Ну, а дома сделаем обзор, помоем находки, рассмотрим, что да как. Так, друзья, вернулся домой. Подводим итоги сегодняшнего копа, так сказать. Вот очень-очень меня удивил этот пятачок. Да, убитый, да, ушел-то не в этом дело. Просто столько народа уже эту поселуху топтали, столько лет бьем ее, добираем, и выскочил пятак. Представляете, сколько раз его пропустили, а это одна из самых крупных монет. Сколько тогда еще в этой поселухе, в земле, лежит всяких интересных вещей. Будем ходить, будем искать. Я где-то треть поселухи выходил, завтра поеду еще чуть-чуть похожу. Ну, а там, может быть, на днях и добью ее. Копеечка петровская, вот такая ушатанная деньга, советинка, вот такой буратосик, перевернуть, вот. Ну и вот такие крестики, вот монгольчики, ну, не скажу, что что-то в них такое, в общем, такие самые распространенные, можно сказать, крестики. Хотелось бы, конечно, найти те, которые пойдут мне в коллекцию, но таких у меня уже хватает. Здесь вот было несколько унылых вещей, печалек, так сказать, без ушка, и два крестика поломанных. Ой,
Вот это, я думаю, наверное, браслет все-таки. Вот. Был браслет. Это я не знаю, думал сначала праслица, но какой-то, ну может и праслица уже ушедшая, так сказать. Обломочек какой-то. Здесь вот интересная, не знаю, пуговица это или что. Ну, видите, эмали. Я думаю, это вещь старенькая. Но ушко сломано. Вот. Две пуговички гирки. Вот такая накладочка. Я думаю, ременная какая-то или типа конины что-то. Вот она зажималась, ну, погнутая. И застежка от книги. Вернее, часть ее. Вот. Как-то так. Вот такой результат. Как бы довольно неплохо. Отходил я около 4 часов по грубой перепашке. Так что считаю результат вообще отличный. Ну, чисто повезло, я скажу. Как-то ходишь, ходишь там полчаса ничего, а потом бац, и пятачок такой находишь, что то ли его пропускали, не били, то ли так в этом году землю вывернули глубоко, что повылазило столько. Не знаю. Ну, еще завтра, наверное, надеюсь попасть туда, выходить еще часть. Все-таки, ну, хочу найти там какую-нибудь интересную привеску. Находил я там и коника рысика, и другие привески интересные, но хотелось бы еще. В общем, как-то так. Кому понравилось, ставим лайки, пишите приятные комментарии, поддержите канал, подписывайтесь, кто не подписан. Впереди будет еще много чего интересного. Но вам всем желаю, как обычно, здоровья, счастья, удачи и всего наилучшего. Все, пока, до новых встреч.